В отличие от зерновых культур, к уборке сахарной свеклы аграрии приступают осенью, когда нижние листья становятся желтыми, а сам корень белым. Этот корнеплод нужно убирать вовремя, чтобы свекла набрала сахар и хорошо хранилась. В крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Большое Нагатки на свеклу высадили на площади в 220 гектаров. Долго корнеплод не лежит, почти сразу его отправляют на сахарный завод на переработку. Ну, при благоприятных условиях погоды нам достаточно недели выкопать и вывести на сахар. У нас площадь, то есть, сократилась, поэтому великого труда в этом не составит. Однако фермеры высказывают и свои опасения. Из-за низкой цены на сахар культура становится нерентабельной, поэтому честно признаются, сажать ли корнеплод в следующем году – еще вопрос. Пока сеем в тех же объемах, но дальше будет видно, что будет с ценами на сахар. Вот. Как сложится и сложится рентабельность. Но в любом случае ищем, то есть, другие культуры, будем пробовать рапс. Кроме Целининского района, свеклу выращивают в Чердаклинском и Ульяновском районах. На сегодняшний день сладкий продукт убран с площади в 642 гектара. Это около 7% от плана. Валовый сбор составляет 23,5 тысячи тонн. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.